Тормоза здесь разные стоят. Получается задняя это Shimano Olivia. Передняя Shimano Dior. Ну, в таком виде приехал. Велосипед бренд норвежский для внутреннего рынка. Таких в России, можно сказать, нет вообще. В просторах Авито я не увидел эту модель. Фирма. Вот она. Gecko называется. Здесь вот такой скол при перевозке сделали. И вот, вот здесь тоже парами. Это походу грязь или что осталось. И тут тоже есть скол. В ходовой части все работает, переключается все, цепь не растянута. Есть мелкие царапины парами. Ну, здесь на наклейке царапина. Здесь целая. Никаких царапин нету. Тоже есть скола. Вилка целая, ноги не пропускают масло. На штанах есть царапина. Обода широкие, 29-е. Вилка Маниту с ходом 140 мм. Спереди, сзади. Кассета на 10 звезд. Система 1 на 10 получается. Луки, конечно же, на осях. И эта сторона вилки в отличном состоянии. Ноги без царапин.